В новом корпусе помещения на две ясельные группы по 20 мест в каждой. Просторные спальни с детской мебелью, игровые комнаты, где малыши проводят основную часть времени. Здесь предусмотрено несколько зон, специальные тематические уголки, место спортивных игр, сенсорных занятий. Ясли уже принимают самых маленьких жителей Звездного. Открытие ясельного блока именно в данном образовательном учреждении, оно было очень актуальным, так как группы преимущественно, они были разновозрастные. И мы сейчас разделили детей младшего дошкольного возраста от детей средних и старших групп. Это, соответственно, все те требования, которые Санпин предъявляет к нахождению детей именно младшего школьного возраста. И плюс мы разгрузили существующие группы, мы решили вопрос с переполняемостью существующих групп. В просторном зале малыши будут заниматься не только танцами, но и спортом. Оборудованы всем необходимым медицинский кабинет, санузел и столовая. Малышей в холле встречает небольшая национальная выставка. Право перерезать красную ленту предоставили почетным гостям. В последние годы нашим государством предприняты серьезные шаги по обеспечению доступности и качества дошкольного образования. Все это касается детей, их образования, развития. Приоритетное направление деятельности администрации нашего района. За 3 года мы уже создали 520 дополнительных мест. Мы будем дальше содействовать тому, чтобы для детей были созданы полноценные условия для образования, духовного развития, укрепления здоровья, возможности добиваться самых высоких результатов во всем. Облагородили и территорию вокруг корпуса. А на детской площадке в целях безопасности уложили мягкое покрытие. Коленки и локти даже при падении останутся целыми. Резиновые плитки износостойкие и противоударные. Огромное спасибо руководству республики, руководству Чегемского района за такой шикарный, такой красивый, такой радостный новый комплекс. Это как никогда актуально в наше время, потому что поселок молодой. Детишек много. Огромное вам спасибо. С большой радостью мы будем водить детей в новый корпус. Свой первый концерт в новом зале дали воспитанники детского сада. Аслан Гов, Ася Тенова, Владислав Захохов. Новости дня. Ансамбль из Донбасса Ставрополь встречает снежной погодой, но совершенно теплым приемом. Песнями, караваем и радушием, которое не может не тронуть. Коллектив из Донецка сейчас колесит по России с гастрольной программой. И всегда удивляется тому, как его приветствуют в каждом городе. Въехали в белоснежный город, засыпанный снегом. А здесь такая теплота, настоящий казачий огонь. Мы очень рады этому приему. Спасибо большое, ребят. День приезда в Ставрополь артистов государственного ансамбля «Песни и танцы Донбасс» совпал с другой важной датой. Днем работника культуры. Творческий коллектив из Донецка много лет выступает в родном городе. Иногда под взрывы снарядов. Но артисты продолжают работать, несмотря на все трудности, потому что они – служители своей профессии и ее поклонники. Профессии, которая заставляет их радоваться, даже если делать это так трудно. Вдохновение, в первую очередь. Дает вдохновение работать, жить, продолжать. Ну и радовать людей. Понимаете, мы очень любим свою работу, мы очень любим свое дело, тем, чем мы занимаемся, так как это наша жизнь, это все, как бы, мы дарим людям праздник, эмоции свои яркие, мы этим живем. И этот праздник приезжие гости дарят ставропольским деятелям культуры. Выступают и наши артисты. Наталья 18 лет работает в отрасли культуры. Здесь, на сцене, ее жизнь. Здесь она чувствует себя настоящей, чувствует, что живет. Это особый мир, это особая категория людей, которая умеет включаться в любые жизненные моменты и дарить свое творчество, свое искусство обычному человеку, скажем так. Люди, которые живут этим. Работники культуры сидят и в зале. Это люди из разных округов Ставрополя. Художники, библиотекари, хормейстеры, музыканты и писатели. Из рук губернатора они получают заслуженные награды за свой труд. Сложный, незаменимый и прекрасный. Я очень хочу, чтобы у вас хватало сил в руках, чтобы душу, нашу российскую душу, дальше возносить все выше и выше. Чтобы у вас хватало, не знаю, собственной души, чтобы обогащать души других.
Очень-очень много теплых слов сегодня звучало в адрес работников культуры, и я считаю, совершенно заслуженно. Ведь обычно они нам дарят столько радости, столько прекрасного. И сегодня наша очередь возвращать это тепло сполна. Ну а свою порцию благодарности работникам культуры шлют Джемиля Ибрагимова и Павел Селиверстов, Ставропольское телевидение. На этом уроке все квантовое. Физика, технологии, компьютеры и даже профессии – то, что больше всего привлекает подрастающее поколение. Чем квант отличается от кубита, а квантовая физика от классической, рассказывает школьникам Ислам Ашхотов. А еще министр говорил ребятам, как правильно реализовать свои способности. Вы должны понять свои наклонности, к чему вас больше тянет. То есть та сфера, в которой вы достигаете больших результатов и развиваете ее. И я хочу, чтобы вы запомнили еще одну важную вещь. Работа или та профессия, которую вы в будущем выберете, она вам должна приносить удовольствие. Потому что работа, которая не доставляет удовольствия, никогда не принесет хороший результат. Путешествие в мир квантовых технологий начинается с видеолекций. На разборе квантовый компьютер. Принцип его работы и сферы жизни, которые он скоро изменит. На одной волне с министром обсуждают шестиклассники глобальные вопросы. Зачем нужна нам все-таки квантовая физика? Давай просто еще других ребят буду спрашивать. Чтобы создавать лекарства, чтобы углубленно изучать космос. Чтобы мы начали лучше изучать Вселенную нашу. Следующим этапом на уроке цифры стало прохождение тренажеров. Дети решали пятиуровневые задания, позволяющие одновременно изучать принцип работы квантового компьютера. Достойно прошедшие испытания получили сертификаты. На этих уроках в смене программирования мне очень понравилось, и я узнал много нового. А конкретно основы C++, я узнал, что значит вообще программирование и физика. Меня научили очень многому, что понадобится в жизни, робототехники. Я узнала, как делать разные анимации со спрайтами в Scratch, что-то новое о программировании, вообще, что это такое, системы счисления, узнала, как складывать их, вычитать, переносить другие системы счисления. Мы очень много нового узнали, например, о квантовой физике, а также на уроках по программированию обучился программированию в среде программирования Scratch. На уроках информатики я узнал разные системы счисления, как их складывать, как, например, из одной системы счисления перевести в другую. А есть мечта какая-то? Я бы хотела стать программистом в будущем. Беседа с министром продолжилась и за пределами аудитории. Темы актуальные. Блокировка соцсетей и принцип работы VPN. Ислам Ашхотов ответил на все вопросы детей и поделился советами, как не ошибиться в выборе профессии. Запомнили? Да! Спасибо, удачи вам всем! Спасибо, вам тоже! Ася Тенова, Владимир Карповский, «Новости дня». Качественный сон, здоровое питание и физическая нагрузка. Утро я начала словно по учебнику. Но стресс не ищет неподходящих дней и может застать вас когда угодно и где угодно. Постоянные потоки информации и меняющиеся ритмы жизни сильно влияют на наше эмоциональное состояние. Мы так устроены, что когда вовне происходит что-то очень нестабильное, очень стрессовое, это активирует те внутренние комплексы, которые до этого дремали, да, или спали. Вот поэтому человек получается под двойным ударом. С одной стороны, внешний стресс, с другой стороны, внутреннее давление комплексов. Надо начать с практик релаксации, с практик дыхания, с практик переключения внимания. То есть это такая классическая триада антистрессовой работы. Но, конечно, самый простой способ – этот самый стресс заесть. Другая крайность – голодание. Разобраться в психологии питания нам помогла нутрициолог Екатерина Детман. Во время стресса спасает рутина в плане психологии. То же самое в плане питания. Есть также рутина питания. Это действительно существующий термин, который нас выручает в этой ситуации.
Основа такого питания – это, во-первых, режим. В течение дня оставляем привычные 3 приема пищи плюс перекусы. Во-вторых, это соблюдение 6 основных элементов питания. В рационе ежедневно должны быть белки, клетчатка, жиры, кальций и углеводы. Обязательно добавляем так называемую еду для радости. Еда для радости – это могут быть десерты, могут быть любые снеки, может быть фастфуд и даже колбасы. То есть та еда, которую вы чаще всего переедаете, которую вы запрещаете, и та еда, которая по мифам о вреде продуктов считается вредной. Такая радостная еда не должна превышать 20% вашего рациона. Это лишь составная часть приема пищи. Но сколько бы ни было действенных способов, в борьбе со стрессом важно не забывать самое главное – пупырка. Буквально пару хлопков, и напряжение уходит. Но если серьезно, то кропотливая работа действительно убережет вас от плохих мыслей. И наша новостная редакция тому – прямое подтверждение. Так, например, наш коллега Богдан Решетников не прочь в нервные минуты пособирать пазлы и выплеснуть лишние эмоции уже в порыве не гнева, а радости. Главный антистресс для корреспондента Джамили Ибрагимовой – ее кот. Но здесь уже стоит считаться с эмоциональным состоянием самого хвостатого. Такой любящий кот прям. Помимо проверки новостных текстов, наш редактор Виктория Середа любит еще и слушать музыку. Но не на телефоне, а на проигрывателе. Я тебе сегодня покажу свою коллекцию, точнее небольшую часть. Я специально для себя принесла пластинку «Пикника». Да. Иероглиф альбом. Это вот специально для себя Наутилус Вячеслав Бутусов. Мой любимый. Мы должны ее обязательно вместе с тобой послушать. Клубы на этой неделе глобально. А это мой коллега Никита Шишков. Корреспондент, ведущий, обозреватель, но еще и обычный человек, который тоже иногда стрессует. И скажу без преувеличения, работа в кадре тоже немалый стресс. Все, мы закончили? Да, есть все. Спасибо. Но музыка и здесь творит чудеса, и помогает Никите гитара. А у нас как-то получилось недавно, что пришлось принести гитару для одной из съемок, и она прижилась тут у нас в редакции. И бывает, что ты весь день работаешь, у тебя голова начинает кипеть от количества информации, и берешь вот так вот гитарку и тихонечко в уголке с соседями неподалеку начинаешь петь песни. Я подтверждаю, что это поднимает настроение не только Никите, но и всей нашей редакции. Продолжай. Любимое хобби, музыка или фильм действительно помогут вам переключиться. Конечно, все это лишь скорая помощь. Поэтому накапливайте и восстанавливайте ресурсы, и тем самым возвращайте себе привычное качество жизни. Классно. А вместе с вами учились справляться со стрессом Виктория Шкальная, Олег Байкулов и Дмитрий Ефимов. Ставропольское телевидение.